Я кресты бафаю. 4 человека по ролу берется. И человека, по ПР. По ПР, да. То есть пятый, самый низкий ПР, не выигрывает печеньку. Барабан. Кого есть танка спек? А, анимал джаз на леди спек, нас отлично. Так РС или ЦЛК? Ты волчать я РС ищешь? ЦЛК. Судя по никам в рейде, можно убить все с первого трая. Процент прохождения 92,8. Балабафом разобрались. Да, кресты. Смотрите мне, пожалуйста. Белин щиты, седер кресты, значит. Остается два паладина. Animal Jazz и веселочка. Что же вам остается бафнуть, а ну-ка? Ага, кулаки, Animal Jazz, веселочка. А ты что будешь бафать? Кулаки, кресты, щиты уже раздали. Веселочка отошел. Плохо. Веселочка пришел, да? Ты в РК? Был столик. Ты бафнул каску. Слышишь? Каба, ты тут? Я здесь. Каба. Можно я тебя оставлю в пятой пати, чтобы ты получил бонус от моего тотема маны? Ты не против? Джейджин, ты разве КД рога не получал? Или мы это когда ходили в ЦВК? Ну, я рога никуда не ходил, я рога убивал. Это что, мы неделю назад ходили с тобой в рейд? Где ты рогой был, да? Неделю. Воскресенье это было? Я не помню. Бля, такое ощущение, что это было позавчера. Как время летит, да? Ваня, ты тут? Рубашка, ты начинаем? Рубашка, в РК. Вот, есть Эрдру. А вон там Дэйв в РК. Ой, не в РК. Дэйв нельзя беспокоить. Дэйв не обязан ходить в ваши рейды. Ладно, Нет, подожди, пока постой Эрдру, я найду ШП или АДК. Я две минутки.
Кто такой Андрей? Ну, Дэйв в костине сидит. Дэйв качает паладина. Ага. Прям Дэйва нельзя беспокоить, он качает паладина. Вдруг еще зайдет на приста, потеряет с нами время. Че его слетело? Участник. Нам надо найти ШП АДК. Нет. Поставьте шкаф, пока суманите Лока. Нет, Роба лучше суманите, не Лока. Давайте помолимся, может какой-нибудь НДК зайдет, ШП. Найс фриз. Эй. Как вы думаете, хотите в три хила пойти? Да. Косить на ШП там. Хотите рискнуть? Нет, давай я ДЦ. Нет, нет, нет. ДЦ, чтобы был при этом ИРДРУ. Какой сейчас ты хотела бы ДК пойти? ДЦ, так можно пойти. Я у него спрашивала, Олег, он молчал. Ну, вайп на Тарболт и Энг, а я попробую похилить один, вайпнуть вас всех. Олег. Давай рискнем. Пусть какой сигнал на БДК зайдет, БДК я оденем, то плюс один БДК в Вилли будет, я хилом пойду. Тогда в три хила можно будет. А ты на кого хила зайдешь? Да все равно. Кто надо? ДЦ, РДРУ, ХПАЛ, ШАМАН, все есть. То давай ДЦ тогда. Ща. Заходи. Там шо, ёбан, на БДК зайду. Она танчила? На РС-ку только что танчила. 25 гер? Нет. А, значит, не танчила. Ну, я норму всю танчила. Да вон даже это, Эндриага вам танчила на фул, так что нормально. Мне это нравится сравнение, даже там танчил кто-то, там даже там вообще кто-то. Я готова получать ГП, так что... Да не переживай, у нас много времени. Ой, 12 часов ночи столько времени, вагон прям. Не переживай. Давайте, давайте. Все так, главное ЛПшки, пока дожми, да и все. Просто такие там три кнопки каких-то на панель выстави, всякие приколы там, синие, зеленые, там у тебя есть наносящий урон, ну вот это тыкай. Если будешь падать, говори хилы, не хилы. Ладно. Ты просто говори, что надо захилить. Джерин, у тебя истерию. Триксы тоже на него. Чё, разумеете? А он на ком? О, блин, у меня КД на присте. Ай, надо ДЦ вообще. Да, без ДЦ захилю, сейчас на шамана зайду. Ну ладно, давай я зайду. Да, сиди на ДК. Ну ладно, давай рискнем. Давай. Мне уже страшно. Мне тоже. Ты шо, флиртуешь? Да, Филипец, а у тебя есть ШП? Филипец. У меня ДЦ. ШП и ДЦ. ДЦ только? ШП и ДЦ, я в ШП сейчас. Ну, на ХПАЛ есть. Ты ШП был? Я в ШП сейчас. Есть ДЦ еще. Когда ты успел ШП сделать? Я же всегда в ШП был. Алло. Там по аккаунту не видел что-то. Охренеть. Олег, давай это, фолькалки. У Кирилла есть... Блин. Ты хочешь холипала? Ну, похилил бы немножко, да, бы хотелось. Давай лучше ты немножко подамажишь, а то
Ладно, давайте full buff, чек. Кто-то мы разговаривали здесь. Я кидаю щиты на магов или на протопала. Окей. Меньше было от хила, и сказали, что я плохо хилю. Тогда я навару, чтобы у них ярость не прокала. Отлично. Так, чек на пул. Одну секунду. Проверили демона. Все готовы. Макрос. Хоп. Так, звезда будет Фукасаку. Дам рост. Не думал, что эпохарник такой легкий. Да. Что изи. Хаба. Мне аркан подсказывает, что он далеко от нас. Надо РДДшникам развернуться, убить шип. Главное выжить на вихре. Дать сакру, пешечки, не стоять в ложах. Так, это критическая ситуация. Ребро в рейде. В рейда наступает ступор, не может отбежать от него и ловит лужи. Бомбочка получает очень много урона от луж. 50% хп минус. Альте, приготовься давать демона отхил. Самое время его дать. О, шипы, шипы. Надо шипы сливать, чтобы хилы смогли захиливать. Ну, а типа босса. Войд, попробуй поднять лизни тотема. Сам встану после ложи. А вы почему-то под мордой? Войд, а чё ты... Войд под морду лез. Чё ты тактику не соблюдаешь? Войд, встал под морду. Это ГП. Там стрим кто-то ведёт. Карается ГП за соблюдение тактик. Пусть Раков знает лицо. Ну, неплохо убили первого босса, я сказал бы на твёрдую пятёрочку. Из 10 баллов. Давай как из 12. Угу. А, ну потом разролим это. Кому это надо? Вот намаз боссе первый, задумайтесь. Блин, я забыл Геру дать под этих. Неделю она напоминает политику на ток-шоу, который рассказывает про экономические проблемы определенной страны. Начинает рассказывать, завывать. Задумайтесь, задумайтесь, пора менять все. Почему вагоны в рейдах у нас? Под 6,5 дает 10 кдпс. Как это немыслимо? Я требую перемен. Это я гимном банал. А где баф? Два, две минуты. Блин, я понял, чем они захилили. Я не прожал оружие жизни земли. Щит на ману. И не зачарил, наверное, Тиренас. Ай-яй-яй, Седер. Не знаю, что у трэша есть клиф. Умирает от рассекающего удара. Да. Они пошли сразу на меня. Когда мы били тех, они... Да, я... Как я не донижу? Я понимаю. Я на видео записываю, могу показать. У нас каждую неделю обновы на сервере, а мы не так часто здесь играем, всего-навсего 7-8 лет, чтобы это все запоминать каждый раз. Вставай как раз под АУЕ дамаг, чтобы ты не умер. Мне кажется, нужно сделать фулбаф рейда, так как несколько членов нашего рейда пали. После пауков.
Нам дали 2 минуты магии, боевой стандарт. А минута осталась. Произнесение заклинания на 25% выше. Давайте быстрее убиваем этого дурака. Маны нету. Маны нет. Когда нет маны, нужно что сделать? Пачка пушек. Перейдем на ману и попросить иннеры. Чек. Без чека. Попал через 3 минуты. Погнали, нету времени. Сука, бафы дайте паладину. Давайте бафы. Кружочку иннеры. Паладин и каску по себе, сука. Я, кстати, сделал, кажется, глупость. Айсфриз, будешь в ДД-спеке танчить. Так, бейте череп, не забывайте контролить, помогайте мне диспелить. Айсфриз лёг. Няня. Бомбочка, подымешь его. Квадрат законтролил, остальное контрольте. Никакого АУЕ дамага, когда кто-то в контроле. По максимуму старайтесь контролить людей. Так, давайте. Пристабаф, лапу, интеллект. Есфриз, включай ауру власть льда и танчи моба. Помогай слева танчить моба. Давайте, погнали. Играйте в трэш быстрее. Взялись за голову, играйте в трэш, следите за своим агро. Сейчас будет контроль, внимательно. Две совы, присты, ретрики, станем, фирим, ку-ку. Сейчас пойдут лучи, смотрите. Три луча. Бабах. И расконтролилась. Давайте, квадрат, луна. Приоритет контроля милики. Я обеспокоен тем, что мы не переведем до трэша. Нужно стопнуть по леди. Давайте нажмем Escape. Сохраним жизни множество ребятам из рейда и подождем нового трэша. Спойте гимноману, пока есть время у вас. 4 минуты. Нет, 2 минуты еще до тотема. У меня есть тотем. 4 минуты КД на гимноману. 4 минуты КД. Что же делаю? Напуливайте на эчпочмачку-чку. Иди бей уже леди. Расконтрольте людей. Расконтролил луну. Остальное контрольте. Никто не бьет леди. Никто не бьет леди. Эчпочмачка, давай, 15 тысяч ЛП. Руническое оружие, там все такое. Играйте сначала в трэш. Все в трэш. Напуливайте на айсфриза теперь. Отбежали от духов, внимательно. Внимание, духи появились. Бегите, бегите, глупцы. Шумяный. Отбежали, а нет. Зачем? Контроль, смотри внимательно, кинешь жабку. Альтея в контроле. Расконтрольте трусы. Два хила в контроле, луну в контроль. Это хантер. На пол багнулся, караул. Иди за своим агро. Сейчас сорвем агро, так что играйте в трэш. Не бейте босса. Есть еще БРчики? Вот, откатилась БР. Мне нужна дополнительная смерть от айсфриза. Дайте гимн на ману, там если есть иннер, только с вами можете смотреть. Отбежали от духов. Отбежали, сорвали агро. Ведите под стол леди. Дай тотем. Даю тотем. Спокойно, все живы. Каким-то чудом не срывает агро. Так, я в контроле, стопал я дамаг, уводи леди. Расконтрольте. Три хила в контроле, караул, внимательно, отбежали от духов. Давай гимн на ману. Сейчас на хп. Там только два хила в контроле, не надо. Давайте гимнатхил, гимноману, капли по хилам, бопы на Джерриона, играйте в трэш. Фантастический супер напул и танкование от БДК. Никто не срывает. Блин, где мана? Там Джерриан танчит. Где мана? Джерриан, заводи за стоп, заводи за стоп, быстрее! Заводи за стол, она тебя не сможет убить. Только если будет хилить нормально, и все будет. У меня кончилась мана, дружище. Контрольте людей и отбегайте от духов. Ой, я закрыл квадрат. Не то нажал, тотем поставил. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Уводите от леди духов. Каст, каст, каст. Сейчас собью каст, не переживай. Смотри, смотри, сейчас собью. Я уже перестал хилить и жду, пока кастанет леди. Бля, а чё она не кастует? Опа, сбил.
Интересно, сколько раз Айсфриз на этом боссе сдох уже. 4. Поэтому нам нужен 5-й. Войд, подымай. Не надо. Это моя ошибка, я забыл сказать Айсфриз успеть на СБДК и сразу помнил босса. А зачем? Тут мишка, ну типа, если кот нормальный, видели, как я танчу? Ну, класс. Слава богу, что Рэд оказался не из простых, был подготовлен к таким неожиданным ситуациям и смог приспособиться к одному танку на леди. Поэтому мы убили сейчас босса. Легендарное убийство Darkstar, столько у нас. Пару-пару-пум. Пум! Под дебумс. Я курицу пойду проверю, сейчас. Да, отходи, ничего страшного, у нас один танк справится. Или в крайний случай подождем. Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Нам опять дали 2 минуты бафа. Ты знаешь, что БДК как, ну, как танчит здесь на корабле? Да. Да не столик мой. Я лучше дам рыбу. Вот пущу босса уже. И рыбу. А, не успел, ха-ха-ха. Блин, рыба улетела. Вместе с Эдером. Прыгнул, чтобы не дамажить на корабле нашем. Правда. Ба-ба-ба. Стрим есть сейчас там у Войда. Он, наверное, за рыбой полетел просто. Хуже хотелось. А кто из паладинов дает крест? Войд. Я не помню. Вот честно, положи руку на сердце, я забыл это. Я распределял это в начале рейда, но забыл. Давайте разберем, разбираться. Билин, что ты бафал? Щит. Значит, это не ты кресты даешь. Ты кресты. Веселочка. Веселочка, может, ты каску, да? Animal Jazz. Ну, у вас остается Седер. Седер, а ты что бафаешь? Да я тебе говорю, я кресты давал. Надо было сказать тебе, что ты кулак бафаешь. Это было бы смешно, наверное. Или я ничего не бафу. Ну, на самом деле, такие паладины в рейдах встречались. Так, судя по всему, что пушки заморозились, а на том корабле появился какой-то чел, который кастует заморозку. Надо прилететь, убить его. Вот это заморозка на пушках закончилась. Корабельное орудие Орды никто не сел. Меня слышно? Да, тебя слышно. Ну, все время было слышно. А что ты хотел еще?
кроме того, что все пропали, я как будто оказался в другом КД, в других кораблях. Да, такое бывает после таблеток. Опять маг этот. Ладно, кто-то был на эпохальном ребре? Нахера надо? Капар был. Капар был. Там замораживаются люди. Вы меня видите? Я вот здесь вот, где Сорфанк стоит, прыгаю. Да, а, красивый. Нет. Ты прыгни с корабля и... Ну, с корабля прыгни, короче, тебе нормально будет все. Быстрее. Быстрее, пока не убили. Быстрее. Хорошо. Еще раз прыгни. Вон еще одно парнилось. А че, у кого-то такая фигня была? Да. Ну, на ребре была такая штука. Рейд вроде бы есть, в рейде вроде бы нету. И так уже написал по этому поводу администратору нашему уважаемому, чтобы починил этот баг. Он сказал, что в ближайшем будущем, в течение 3 лет, можем починить это. Пойду посмотрю, что в сундуке. Пока в это время вы должны запустить сурка, чтобы мы сэкономили 20 секунд. Так, осколок льда тьмы, лысый пенек. Седера нет. Седера нет, ну тогда надо запустить точно. Это сюда, кольцо, личка. Никому на кольцо. Ну давай, новый спик, давай. Это все наук, да, рулит? Это. Сейчас, подожди, я... сейчас я подумаю. Ты хочешь телепатические способности? Отдам Фукасаку, наверное. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь... Да, уф. Да прыгай с тобой, ты быстрее там. Тыкните на сумму, главное. Да я сумманул его уже. Так. Чё ты? Вы запустили сурка, но я написал, что... Так что я тут зайду на рог. Разумеется, посмотрим. Разумеется, зайдешь. Только не забудь об этом сказать. Вдруг мы забудем. Теоретик, ты на какой спек ролишь? Блин, сказал бы. Сейчас в ДЦ уже спекаться, ты что, долбанулся? Так, если мы вапаемся, КП Войду, так как он спекнулся без приказа РЛ в ДД. Нет, Анрикс РЛ. Его РЛ. Варенька Войда подставил на ГП. Блядь, сука. Если вы не хотите подставить Войда, тогда бейте, пожалуйста, трэш. Блядь, пиздец. Кто такой? Посмотри, сука, у меня... Я, короче, в флешмоде. А, ты когда рестлился, ты из перепугу поменял шмотки, да? Такой... Да, только у меня не было таймера, потому что я не видел, сколько значит, до начала боя. Какой бой? Не, менял шмотки для того, чтобы мана рискнулась. А, ты же в горах, в горах там, да? Поехал. На лыжах кататься. Полно научно тебя. Надо трэш убивать. Он доходит до Альтеи. Пытается убить ее. Альтея, если на тебя идет моб, ты прожимаешь уход в тень, как по скиллу просто. Вдруг ты умрешь и разобьешь всем нам сердца. Надо опять сливать трэш этот. Кружочек идет на сову. Луна идет на сову. Зло. Да шо вы как гнорит дамажите? Сейчас третий трэш будет, два хила идем. А сколько обычно трэш выходит? Два?
Ну, я думал, что с двумя хилами тут хотя бы два трэша будет, а тут сейчас третий вылезет. Билли, мне кажется, нужно по третий трэш дать Сакру, капельку на Анрикса или на Альтео. По вкусу тебе кто нравится больше. Площадь идет в рейд, звезда дамажит Элема, сейчас он умрет. Луна дамажит Элема. А, ну считаем мы в три хила идем, потому что Седдер растерялся и... Начал хилить. Кто вы, не лутайте сундук! Не лутайте сундук! Не лутайте сундук! Не лутайте сундук! Заходи быстрее на своего танка Рогу. Какой РДПС? 270 хотя бы есть? Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с моим... Дайте ему лапку, блин. Человеку лапку нет. Тебе лапки, да? Не, он у Кризи Филокса нету лапки. Ну что там РДПС, там 250, да? Это так. Надо заскринить ДПС, победители получают 20к голды. От Войда. Ну, топ-класс гильдии. Ничего не выпал, Джерри. Классик упал. Теперь Демон Чума, Покоритель. Да какой РДПС? У меня нет рекаунта. Ну, нормальный вроде. Придется считать так. Так, LG 20,5 плюс 19,9. Это сколько? 39. 44 плюс 17,9. 330. Ого, он этот РДПС. Слабый. Да, слабый. 330, это при том, что Седдер был в этом. А, ну, у нас минус хил. Это 340, а на 350. Подожди, Седер был в хиле, да? 330, да? Угу. Если бы он был бы в ДД, то было бы 320 где-то, да? Он бы умер от трэша. Кто-нибудь еще умер от трэша. И... Ну, он там кярики в Акиру чистые. Да чего они не летят? Надо подойти и туда. Подбежать. Еретика, ты мейн на сову ролишь, да? Ну, видишь, я тебя неправильно понял и накинул половину ГП за триню хиловскую. А ты это не заметил и сказал. Так. Сейчас тебе дам. Отводи, отводи, отводи. Да. Давайте еще покорителя. Не забудьте, что клуб пива месяца прислал вам письмо с бутылкой пива на почту. Нужно посмотреть и выпить. И замораживать на 40 секунд. Как дальше? Главное не пить это на лече под лужей. Хм. Ну, это, наверное, плохо будет. Не забывайте, что у нас кульда по будням. Мы ходим в льду выпивать головы с гильдийцем.
товарищам своим по гильдии. А ты тут, Чика, сделай вместо похорон, трэш мелкий. Меня жрет моб, не могу сидеть. Какая идея стимулировать людей, которые не АФКшат и бьют трэш везде? А черт его знает даже. Не знаю, бабло им что ли давать. Или 100 ЕП. Нам кто-то предлагал по ЕП. Квартал вниз. Типа не круто. Американский человек давать без этого. Чё? Ну да, в принципе, выносишь весь трэш до ПИПа. Надо, наверное, рекаунт установить, да? Зачем рекаунт? По одному косарю, короче. За квартал кому-то отдавать, да? По сути, маги будут всегда первые. Либо соло. Богу, это классовая дискриминация. Да, как в 17 году. Революция произошла, да? Ты сказал... В Киеве в 2018? А что, какая там революция в 18-м, ну-ка напомню. Революция в 18 году. Ну, Гутер было еще потанчить. Да у нас все нормально. С течением танков на дорогах. На улицу лучше вообще не выходить. Военный может тебе подойти и просто забрать твои вещи, деньги, если захочет. На нужды армии. Это военное положение, ребята. Надо поднять войну. Кто-нибудь пьет кока-колу? Редко. Только кока-колу или с чем? Нет, только просто чем-то. Помните, такой был вкус ванилы? У нас в Украине он куда-то исчез, и я не могу насладиться им снова. Приходится ехать в Польшу покупать. Я недавно увидел по телевизору рекламу с колой ванилой и снова обрадовался. Но сегодня я зашел в сельпо и не обнаружил колы ванилы. Ты думаешь, в сельпо она будет? 10 лет назад была. Где же ты покупал, Богдан? Поделись этой ценной информацией. Слева активирована была. А не. Классе. Спасибо, теперь понял. Бои. Так, где это, блин? Надо Джерри надо, Дим. Что? Джерри Один выпал, так как он больше всех надамажил. Бля, если я найду его, конечно. Где она тут лежит? О, вижу. Благодари за 2000 голды. Я в ГП на первом слайде вчера видел. Я поставлю тебе. Дайте тебе бафу, блядь. Баф тебе дать? Ну ты матернулся, мне перехотелось тебе давать фул баф. Пушите рыбу. Давайте по дистанции.
Пилипец, хмели и сунели. Давайте, у ворот будете стоять. Интоксикация лизнитотем слева, возле кузницы. Альтея теоретик справа, Лап. Возле кузницы. Хаба с микролабиком позади босса. Чек. Горн. Каску еще по шаману во время боя можно. Вот, да, в принципе, под босса я, да. Я надеюсь, Войт это заснял. Это было очень прекрасно. Видели, что Макс сделал? Да, топчик. Под босса я? Сука. Нормально ты. Прожал блинки и перегрил. Тучка в КД, блин. Надо перебежать, чтобы не получать дополнительный урон. Не напрягать и без того средненьких хилов. Ташкин может снять мутировавшую инфекцию кошек. Следите за лужами, друзья мои. Она пропадает, становитесь заново на прошлое место, где вы стояли. Выливается снова лужа. И на этот раз слева от ворот. Одна секунда до большого слизня. Прожимаю светящуюся чешую. А нет, наебал. Не будет большого слизня. Красавчик. Я тоже прожал. Я тоже. Я думал, Филиппес. Раз хасырка работает? Да. Чё Филиппец-то сразу? Что он? Чё он сделал? Походу орех вылетел. Или сырка, или с игры. Сейчас большой будет центр, через 10 секунд, а то все забирать. Это все баги РК. Дашкин, давай двойной куш. Давай, двойной куш. Почти. 5 секунд. Так, я выйду на дистанцию или не выходить, как вы считаете? Да, прям похилим больше. Блин, не кричи на меня, я нервничаю, когда на меня кричат. Большой слизень. Фридом полезни тотем. Большой слизень забирай. Фридом на лизни тотема, третья пати. Верим, надеемся, что дадут на него глань. Ну да, Элджи, на дистанцию. Ну, Седер в состоянии занят был, как и Animal Jazz. Все-таки учитывая то, что они не 10 лет здесь играют, а 7. И не все знают, что такое фреймы. Эдлайн свободы. Да. Физифилакс, если понимаю. Вот эта вещь должна быть полезна для миликов. У нас умирал Хант. Вопрос. Когда кто-то умирает в рейде, его ресу, что нужно сделать? Дать бафы. Дать бафы. Правильно. Какие? Все. Где? Танту нужны все бафы, верно? Да. Верно. Значит, нужно что сделать? Пробафать Ханта. Вы помните эту простую истину. А вот если вар падает, то там намного сложнее. Давать крест, не давать, как распределить все эти бафы. Интеллект еще. Так. Давайте все нейры кружку. Выходим уже на дистанцию, так как блевота кидается на первой секунде. Вышла обнова. Блевота каждые 5 секунд. Так что внимательно. Вчера передавали про обнову в новостях. Чек. По первому национальному. Большому куку надо.
Фул? Это не шутки. С этим не шутят. Эч-пач-мачка. Не забывай про то, что надо нажимать не три кнопки здесь, а четыре. Дар смерти еще. Так, веселочка в мелизоне. Хмели, сунели, хали, селаси, трисия. Так, мы получили дебаф от споры. Что нужно сделать? Бежать от кружка подальше. Я не учел тот факт, что сейчас бой, и все вовлеченные боем не могут мне ответить в РК. Простите, пожалуйста, что вас отвлек. Косяк. Я словил вязкую гадость. Он даже на видео заснял. А знаете почему? Потому что вот эта гадость попала прямо под локовский портал, и зрение у меня не очень отличное, минус 8. Я не смог это увидеть. Ничего страшного. Людей с таким зрением на спрейде полно. Два хила блюют, это плохо. Блин, сейчас на тебе лежит очень важная задача. Нет гнили поражать священную жертву, а лысому пинку выйти в РГД-зону со спорой. Давай, дружище. Верю в тебя. Так, два хила бьет. Кавабунга. Кавабунга. Плохо. Катастрофа. Белин 23%. Пух. На ниточке просто. Видите, немного везения, и мы не упали. Идите лучше от танка, милики, чтобы не получить двойной дебаф. И чтобы не повышать хп с хилам. Так, Белин, следующий босс для тебя очень важен. Ты помнишь, что ты сидишь в кукле? Дружище. А что не нужно в кукле делать? Не нужно не замедлять слизней. Как ты это иногда делал. В прошлой неделе. Так, блин, у тебя в ШП камни на что стоят? Да я без понятия, что там стоит. Просто видит ты не на меткость. Нет, не то, не отгадал. И курицу проверить. Хаски что ли? Там СПД. Толка пара на крит. У кого-то на хасту, у меня вообще на меткость стоит. А, да, ладно, крит СПД, все, скорость не надо. Давай сделаем так. Зачем тебе на меткость? Него... Кто-то сказал такие камни. А по меткости, потому что он не одел кольцо совета, а одел кольцо скорблей. Поэтому у него сейчас думку гадает, как решить эту проблему. У него кольцо как раз таки совета. И камни на меткость. У него меткость, наверное, процентов 14. А, возможно, он просто не знает, с какой кап меткости у ШП, либо просто забыл о нем. Ты не переживай. И так сойдет. Так. Интоксикация. Не забудь повесить проклятие косноязычия на зеленого слизнюка неустойчивого. А ты
Богдан на красного. Вы поняли, ребята? Давайте, чтобы вы хорошо запомнили это, я поставлю для вас обоих рыбу. Специально для вас. Кушайте, наслаждайтесь. Белина, ты не забудь замедлить красного. СС кидай на теоретика, интоксикация на воида. Реги на диван там есть у всех? А Бока есть? Бок на единичке уже стоит. Отлично. Вокруг за 12 качества маловато. Дашкин, интоксикация. Сейчас, секунду, я проверю макрос на метку. Ага, вот он. Давайте смещайтесь в левой РДД зоны, будем стопать дамаг. Пей столик, Белин, называется «Выпей меня». Покажешь, когда агрить? Агри, начинай. Сейчас Белин превратится в типичного жителя Киева. Ну вот, смотрите. Убираем поп. По-моему, такие жители в каждой стране и в каждом городе есть. Так, двойная лужа, караул. Милики получают супер урон. Так, вы уже прошли, можно встать посерединку РДД, стопнуть дамаг по профу, потому что 5% осталось. 4, 3, 2, 1, 0,5. Сейчас фурики переведут. 0,5. Мелики отбежали в РДД зону, быстрее. Быстрее отбежали. Всё, давайте на край. К столу, на ком зеленый добав к столу. На ком красный, начинайте бить красного. Мели Сунели передай чуму, Седера чуму. Так, на ком зеленый дебаф, отбегайте в череп. Давайте в череп, быстрее, в череп. Молодец, теоретик. Браво. Отбежали в череп. Сбежали с череп, смена цели красного. Нужен боб по цели красного. Нет времени говорить на ком, на кого. О, господи, есть портал? Альтея, давай гимн отхил. Теоретик, поднимай седера. Побежали с цели зеленого. Сегодня нам везет. Почти никто не умер от вашей безобразной, безобразной тактики. Дайте бафы. Так, надо пробафать рейд. Дать пристабаф, лапу, интеллект, каску по сове, крест по сове, отбежать от трех слизней, которые идут прямо в череп. Спеть гимноману, допустим, давайте, Энеки, Филипец, на тебе как раз вязкая гадость. По-любому будет что-то, да? Наверное. Ну ладно, давай ты споешь гимноману. И быть. Мы отбежим от пельменей пока. Это очень сложно, я понимаю, но давайте постараемся это сделать. Потом постараемся отбежать от колб, которые вас могут откинуть, нанести супер урон. LG сможет передать чуму. Выливается зеленый слизень. Выливаются пельменишки. Видите, куда черепок отбежал? Все. Давайте, сбежали с цель зеленого. Все, отбежали, бейте на расстоянии. Какие пельмени? Тут лаги начались. Да, потому что... Вот видите, что Хаба сделал и Хмели Сунели. Они хотят, чтобы их наказали жестко. Им не хватает жесткая рука хозяина. Так. Бомбочка, давай, поднимай хабу, стопать тебе по профу. 3%, 3, внимательно, 3%, 2, 1,5. Есть опыт, гимна. Сейчас будет гимн тебе, подожди. Убежали от пельменей, переводим профа. Филипец, два гимна, ману. Тихо, не могу. Бля, ты заебал уже ловить эту херню.
Так, блин, слишком близко кидал. Блин, слишком близко. Давайте к столу все быстрее. Быстрее, друзья, быстрее. На ком зеленая бафка к столу? Дайте ей кулак, каску по хабе, пристаба в лапу. Все, даем рост. На ком зеленый дебаф? Бейте в спину, слизни, отбегайте в череп, быстрее. Так, Альтея не может. Давайте, в череп сбежались. Классно, сбегаетесь, пацаны. Да, да, красота. А, для кого я это говорю, бля? Давайте, отбежали от пельменей. Богдан, Богдан, я же тебе говорил, куда двигаться. Нет, не забирай, еще два... Кралька, забери обратно. Все, теперь забирай. Так, судя по всему... Бля, блин, забери босса на звезду, Седер, быстрее кидай диван. Снимай, снимай диван, Кралька. Ну, не знаю, давай подождем, пока, блин, поймает 5 стаков. Так, смотрим дальше. Минус 4. Критическая ситуация. Поставь тотем. Если есть. Тотем. Кстати, я забыл поставить тотем. Точнее, они пропали. Ну вот вам и убийство профа, где Мелисонелли хаба ловят двойного слизня. ДЦ в рейде нету, чтобы страховать таких внимательных людей. Ну, благополучно. ЛД думал, думать в России надо, живешь не в России. То же самое, типы, которые сбежались к Богдану, тоже умерли смертью храбрых. Минус 4. Поэтому пришлось давать Иван на БДК. Так. Теперь нужно ролить пояс на Милика. Ролил уже этот. Дашкин ролил. Дашкин первый. Давайте Дашкину отдадим. Так, покоритель БДК, наверное, надо, наверное. Так, ну давайте, у нас осталось два квартала. Куда мы пойдем? Да на кровь, по-моему. Квест взяли. Ну давай на кровь. Так, Джерион. Джерион, Джерион. Отрыв. Миллион. Жарим. Кто знает легенда Вов? Был, по-моему, с Гильди. Ходил в рейды вообще? Это девочка там была какая-то. Вон бой пишет, он в армии был. Ну да, назад. Это она с армии вернулась, эта девочка. Это как? И рейдил. И нет. Вот, это этот человек рейдил с тобой, что ли? Лейтенант контроля. Справа пачку. Давайте. Патруль пройдет. Давайте, возьмите на себя инициативу. Сука, не метки справа. Филиппец звезду.
Не подсказывай никому здесь. Так это я себе и говорю. Ты себе говоришь, да? Ну. На контроль. Вот раз, дайте бафы, суки. Не давать бафов, пока Седер не извинится перед нами. Вторая пачка пошла. Как так можно? Ладно, бери легенду в гильдию. Давайте убьем тактиков. Сакру давай, внешний бес, крыцу льда. Фулл стан по меликам. Экстренная ситуация, нужно отойти 2 минуты. Я думаю, вы сможете захилить и оттанчить все сами. В эти данные 2 минуты. После этого портала иду, зачем чай себе делать? Предупреждаю. Порезать. Эти флубах это рынок поставьте, если так пойдем в лохи лайси шо. У кролики есть какой-то свой выключатель. Бах на коту. Что стоит, давайте там каску, кто падал, все можете раздать, кушайте там рыбу, что-то поставили. Горн дай. Было за тотема. Кушайте рыбу, там БДК на двоих, протопал на одном, Талдорама на БДК напуливаем, на сферах разбегаемся, кинетику там все бейте, если кинетика падает, если катушку забираю вместо щита, буду хили с ней. А тут погнали. Глупые смертные. Чьи-то было. Врыв героя. Гера на КД. Блин, будьте добры дать священную жертву на первом могущественном вихре от Валанара. Цены нету, поэтому не надо держать здесь дистанцию. Могучий вихрь, бегите, мне написал ДБМ. Интересно, что же произойдет. Уязвимым и прольется.
Блин, у вас всего лишь два теневых резонанса. Рекомендую вам прожать божественную защиту. Я прожал. Я не вижу. А сзади падает дверей, бомба. Сзади, да, два есть еще. Сзади два шара. Поставить тебе тотем. Филиппец. Сейчас. Поставить тебе тотем прилива маны. Так. Поставил тотем прилива маны. Можно дать жажду крови. Еще можно отлететь от бомбы, да, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Еще можно дать гимн отхил, потому что люди набирают стаки, не смогут. Олег, кинуть попала катушка мне там, если что, я предупредил. Хорошо. Так, Йоладе, ты должен сбежаться в шарик. Блин, лагает, не могу переключаться на кинуть. Понимаю тебя, мне тоже не лагает. Да нет, только поднимаю мышку. Да, где опять кинетика падает, смотри. Кинетика падает, падает, падает. И хоба! Нужно дать божественную жертву. Повезло. Капец. Катушечка. Так, катушка, смотри. Ну, кинетика не билась, значит, катушка не надо вам, но в косаку отдам. Так. Пенек, держи. Кому-то нужны были вещи еще мусорные, которые я забирал там. Как вот сейчас кольцо. Или вот эта фигня. Перчатки. Олег, ты тут? Мы уже убили Илану, подходи. Хаба и Хмели Сунели дадут вам деньги на ремонт. Дайте им трейд, по 50 голд дадут вам. Под стеной звезду, кружок, Филиппец, Седер. Остальных мобов контролят Альтея, LG, Микролабик, Резидент Тотем, Анимал Джаз и Веселочка. Почти законтролили. Почти. Ну да, я понимаю тебя. Давайте тогда в звезду играть. Веселочка, подожди. Я тебе отдам кольцо. Нахипала там руки следи. Но это кольцо не на холи пало в ПВЕ. И надо на ПВП. Да и на ПВП не катит. Ну давай тебя отдам просто так. На кораблях падало кольцо, ролили ноут. Чё ты не кидал ролл, непонятно. Давайте в миликов играем, звезда, кружок, фулстан. Олег, мы же целый квартал прошли, а ты меня этот рейд забыл, и рейд забыл, что люди умирают, их надо ребаф. Ну давайте без бафа пройдем, это будет новый ивент. Может еще без верхней тринки? С кого? Ну, тринки же две. Одна из них верхняя, другая нижняя. Без триник? Без одной триники. Любой, да? Очень снимай. Я не забуду, в котором участвовал.
Это, когда мы там бежали на скорость. Мы можем пройти рейд с духом стани. Ну, давайте кушаем рыбу, буф, фулбаф по рейду. 10 секунд на бафы. Мои 10 секунд. Открываем карту. Бомбочка не зашел. Войд не зашел. Лапу не дали. У нас в рейде нету друидов. Ладно, погнали, пул. Я дам земли на Белина. Надо дистанцию всем набрать. Нужно еще Лану немного отвести. Дальше сделать 3,5 шага назад. Бежаться с пактом как раз в хила, да, вот так вот, да. Жаль, только стрелы не было. На мне тень. Проверим реакцию Хмели Сунели. Бегу заливать его. Он бежал. Так, Филипца еще надо проверить. Залил на точку, я на него. Блин, вы быстро отбегаете от лучше, я не ожидал этого. В следующий раз сначала вам залью пути отхода. Каба. Ты отрыв, пожалуй. Плохо. Он настолько далеко убежал от Ланы, что она не достает АОЕ урона по нему. Представляете? Так, надо к Джерину подбежать хилы, потому что он ДД. Стрела, выходи. Да, да, в лужу. Давай в лужу. Опа, давай, давай, давай. И слабака добыла лужу, но лужу. Так, сейчас, наверное... Нет, не наверное и не сейчас. Что, раздать? Сейчас дам. Сейчас через 15 секунд. КД рост. Не, я говорю, что скоро взлетка. Нужно будет собраться с мыслями и дать антифир на человека с дебафом. Что же это будет? Узнаем через 3 секунды. А нет, анимал джаз. Жал бабл. Неплохо. Наверное, еще и снял его, да? Сакру дать. Сакру дать только когда кровавая королева Ланатель взлетит. Вот так вот, вот видишь, она взлетела. И начинает кастовать кровавый вихрь. Только тогда надо дать. Это священная жертва. Ну, вот сейчас можешь давать уже. Дать хуйный рост дали, да? Сейчас можно дать рост. Да, да уже дали его. Вот. Давай еще раз. Давай еще раз дадим. Давай. Да я уже свой дал просто. Сорян. 3 минуты КД, вы что? Прикалываете? Ну давай, ничего страшного. Еще один запасной шаман есть. Мы сейчас прикольнулись. Давайте подождем. Я свой отдал под свой петли. Тоже отдам. Давайте подождем. 3 минуты откадешится у всех, и мы дадим рост. Но для этого надо escape нажать, подождать. 3 минуты, а, нет, мы ее быстрее убьем. Берса через 2 минуты будет. Ну можно прожить еще пару секунд, надо только пить гимнат хил. У меня, короче, рой еще 7, и мне надо скидывать мясо. Что ты говоришь, ты уходишь? Я говорю, у меня рой еще 7, и мне надо метку передать. Альтея подбежит. Подбеги! Альтея? Ты махина. Убивайся меня. Сейчас подождите. На, в лягушке побудь. Рой еще 7 кинул, блин. Не вовремя. А зачем сбегаться, блин? Кстати, мы можем еще не убить. Потому что второй эфир. У меня нету маны. Там поставлен ТТМ. Блять, пиздец. Это просто, блять, убейте этого дебила, блядь. Хожу, убейте меня, блядь. Ё-моё. Видите, мы задержались на 30 секунд.
Из-за шалости Филипца. Я говорю, у меня руи щитиль повесилась, и мне надо было метку передать. Вообще шикарно. Да, не так все было. Вешается тень и передать метку, а потом вешается ступор на твои руки. Ну все, ты растерялся просто, ты не знал, что делать. Это была критическая ситуация. Такое бывает. Там квест сдать не забудьте, а то будет потом висеть. Ладно, это сюда. Бывает. Еще один покоритель. Ладно, давай. На LG по очереди теперь. Лучше умереть сейчас. Все забирали уже печеньки. Для этого больного Финкельштейна надо подождать. Физифилакс. Спекайся в танка. Можешь одолеть мобов.